Помаду покупала в Миле. Заказ забрать? Конечно. Приходи, забирай. Я тебя жду. Спасибо за розочку. Я знаю, где ты. Круто, приходи. Астин, ты заказывает? Не знаю. Спасибо за розу. А у меня здесь Инстаграм открыт. Спасибо. О, уже 6000 лайков. Уже получше. Давайте сделаем 10. А потом 15, а потом 20, и будем так дальше идти. Классные репосты, я тоже так думаю. Кстати, знаете что, вот раньше я ничего даже про лайки не говорила, у меня сами набивали люди по 300 тысяч лайков, по 500, а сейчас будет 6 тысяч лайков, и что это такое? Капец. Вообще не знаю, что стало с ТикТоком, с активом, потому что как-то вообще совсем все по-другому. Наталья, здравствуйте. 2,8, что там? А, я поняла, сейчас я тебе лайки набью, чекай. Кстати, да, у меня сидел на прошлых стримах чел с автокликером и набивал мне лайки, и все было хорошо. Да, 840. Ого! Вот, смотрите, 31 минута в эфире, и у меня только 1000 человек смотрело. Ай, бля, что это такое? Зон дороже, чем Валбрис. Ну, смотря что. Еще тоже автокликер скачаю, жди. Давай. Спасибо за подписку. Италик. Денчик. Кстати, где наш Дмитрий? Мне вот интересно. Дмитрий. Так. Интересно. Я не могу Димона найти, ладно. Ничего страшного, go battle на желание. Понимаете, я на работе, я на желание прям такие странные, жесткие, не могу играть. А когда я прихожу домой, у меня нет силы, нет вообще ничего, чтобы вести эфир в ТикТоке. Девочка из ада. Денчик, спасибо за лайки. О, уже почти 10 тысяч. 9400. Капец. Давайте. Набьем. Все, я скачал. Давай. Давайте будем сидеть в эфире, пока не будет 50 тысяч лайков. Когда будет 50 тысяч лайков, желания пусть будут простые, просто на них будет надо отвечать. А, типа вопросы, вопрос на вопрос, типа я согласна на такое. Но Кирилл выйдет через час в эфир. Вот, час можем поговорить, потом выйдет Кирилл, и с ним уже будем тогда в это играть. Туса. Отлично. 10400. Не похоже это на автокликер, потому что как-то долго 400 висит. Спасибо за розу. Муа. ЛДК. Маша. Привет, Элинка. Маринка. Нормально. Анастасия, спасибо. Она думает, что закрыта, но она, блядь, дверь открывать не умеет. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый раз не знала, в какую дверь и плохо. Давайте посмотрим. Да. Смотри, да?